Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Решила вот сегодня вечерком посидеть в гараже, посмотреть такую вот старую бензопилу, что с ней. Это бензопила «Дружба», кажется. С этой пилой, как мне сказали, зажигание что-то барахлело, короче. Не заводилась она, наверное, уже лет 30. Сдали на металлолом ее. Я забрал, вот, думаю, сделать ее пилораму. Смотрел я много роликов на ютубе насчет пилорам. Ленточку делать, то там много сложностей, так как у нас тут особо токарных работ поблизости сделать нельзя, то надо или в райцентр ехать, или ходить, ноги только оббивать. Вот я решил ленточку не делать, а сделать с этой бензопилы что-нибудь вроде шинной пилорамы. Хотел сначала с электродвигателем шинку сделать, используя вот этот вот редуктор отсюда, с пилы. Также еще у меня в запасе редуктора есть, с Урала есть, с пилой, с шиной. Раньше я Уралом пользовался, пилил, сейчас купил штиля, что 180-го. Дрова пилить, сучки разные там хватает. Ну, а это вот лежало. Думал же сам ее на металлолом разобрать, сдать на алюминий. Ну, посмотрел, что с их делают пилорамы, тоже неплохие. Решил немного поковыраться в этой стороне. Как я говорил, здесь мне говорили, что зажигание хреновое. Сейчас посмотрим, вообще есть. Хотя маломальская искра. Это вот стартер такой стоит здесь. Стартер это с другой пилы. Даже по цвету отличается. Больше бордовая, здесь оранжевая. Это, наверное, с Урала какого-то. Не знаю, была у меня в металле, так я решил ее не сдавать. Оставлю стартер этот. Компрессия, хотя пила и старая, но компрессия ее зверская сейчас еще. Вот сейчас прокрутим, вон. Слышно. Одной рукой неудобно дергать и держать. Коленом придерживаю. И компрессия слышна какая. Нельзя дернуть, если хорошо не держать пилу. По сравнению со штилем 180-м, раза в два сильнее компрессии. Сейчас посмотрим, что тут насчет искры у нас. Со свечой-то она вряд ли прокручу, чтобы свечу нормально, эту свечу искру проверить. Свеча здесь под ключ на 22. Такой вот ключик у меня. Сейчас будем откручивать свечу. Так вчера закрученная, думал, будет сильнее, прикипевшая, она легко скрутилась. Сдул малость пыль, чтобы туда вот цилиндр не попадал. Свеча не засратая, сухая, вроде бы. Вот, без свечи сейчас проверим компрессию эту. Слышно? Неплохо так крутится. У меня где-то зажигание отсюда лежало. Не знаю, с какой пилы точно. Но с бензопилы со старой лежало зажигание. Только что-то его не нахожу уже там, где было. Может, где выкинул в железо. Так, я не собираюсь ничего особо делать с этой стороны, со старья.
Наверное, все-таки я выбросил зажигание. Ну, если что, так сообразим. У, бляха, потянул и оторвал. Вообще. Хотел искру хотя проверить. Уже провод окисленный старый. Видно. Держался на соплях. Прямо он с бобиной вырвал его. Хотелось проверить вообще. Искра есть, нету. Это. Ну да, там. Припаяно он было. Видно. В отверстии. Проводок был просто припаян на пластину. Есть у меня вот тут валяется зажигание такое. Не знаю, что это, но вообще уже все ободранное полностью. И вот я смотрю, здесь тоже на нем пластинка такая вот для контакта провода высоковольтного. Наверное, там тоже на такую напаяно. Если что, так поставлю это в качестве бобины. Ну все, не знаю, разберу. Разберу, посмотрю, что там внутри. Людей много. Кругом всего лежит у меня тут. Это двигатель с рейсмуса. Покупал я рейсмус. Есть у меня на канале там небольшой на его обзорчик. SR8, кажется, советский. 32 сантиметра. Доску строгая. То это на подачу. На валы. Мотор двухконтурный. Здесь 6 обмоток. То говорили, что сгорели. Не разбирал, не знаю, что точно сгорело, но под перемотку. А это вот с рейсмуса основной двигатель. 7-киловаттный. Здесь по 1,5 киловатта. Две обмотки. Ну, два контура по 1,5 киловатта. Ладно, это мы потом разберемся. Что тут с пилой? Конечно, проверить хотел, но провод оторвался. Когда я его запхну сейчас назад. Так. Чтобы вот этот отрезок держался. Прожмется, наверное. О, прожался. Так, креплю свечу на другом конце провода. Закрепили свечу. Так. Свечу закрепил. Это я тут зажать, чтобы малость, масса троху была. О! Бляха. Ну, одна рука, это не две. Этот конец в пластик упер. На изоляторе свечи, а этот на корпусе. Сейчас перекину стартер малый, чтобы освободить руки. Проверю. Не видно, что без искра было. Значит, катушка не работает. Вроде бы тут прижался этот вот конец внутри там. Ну, прижатый. Если бы была искра, так была бы уже видно. Так. Не видно.
Или из-за контакта, что уже оборвал. Но если была искра, она пробивала. Малость бы стукнула пару раз. А так не видно вообще. Ни искры, ни признаков. Я так думаю, раскручу. Погляжу, что там в самом зажигании. Ну и поищу по гаражу в своих завалах. Где-то магнито лежало. Не знаю, с какой точно, или с Урала, или с дружбы. Попалось мне, так я отложил. То сюда примощу. А нет, так ту катушку перекручу, что там вот находится. Сюда. Я знаю, что в советской технике она как бы взаимозаменяемая. Карбюратор есть тут. Ну вот зажигание. Проверим зажигание. Если все нормально пойдет, будем заводить эту систему. Шинка есть на ней, цепи не знаю. Ураловские идут сюда или цепь, или звездочка ураловская, чтоб стала. Цепь, звездочка и шинка. Не так редуктор поставлю ураловский, да и все. Кажется, по диаметру подходит. Так. Система. Это подложенное что-то было. Видно, не закрывалось толком. Не мог открыться, да и все. Это надо болт с этой стороны крутить, он видно. Открутить болт, чтобы добраться до сцепления. Раз не открывается, закрываю его назад. Видно, без подложки легенько закрывается. Запчастей-то у меня хватает. Редуктора лежат еще и с Урала редуктор есть, с шинкой полностью в сборе со старого, что раньше перевил. Если я сделаю зажигание и заведу мотор, то поставлю сюда шину. Попробуем бревно пилить. Интересует меня распуск на доски в основном. Здесь тем хороши эти пилы, что их редуктор можно прокручивать по оси. Вот я ослабил этот рычаг замка, и он поворачивается так. О. Провернул, пилораму сделал со стойками, со всем провернул, чтобы не изглядела шина, и все. Угол выставил, чтобы доска 90 была градусов ровно. И пили. Ничего не надо придумать. Может, я думаю, тут хватит в этой пиле. То, что компрессия хорошая. Ладно. Покуда заканчиваю, доберусь сейчас до зажигания, гляну, что там с ним вообще делается. Пила 30 год простояла. У меня уже годов 6 валяется на чердаке в гараже. Так что буду делать. С электромотора якорь стоит. Надо вывести обмотки, чтобы на 220 было на инвертор. Мотор хочу сделать. Но это отдельная тема будет. Покуда что разбираемся с пилой. Забыл сказать еще всех с наступающим Новым годом. Всем всего хорошего. Счастья, здоровья, удачи. Ну, и чтоб все было, что задумали в Новом году. Всем удачи, до свидания.